Семинар «Эффективность в кроссфит» проводится уже второй раз, и направлен он на тренеров и атлетов, участвующих в соревнованиях по кроссфиту. Соответственно, на этом семинаре в двух частях, в одной практической и теоретической, мы рассмотрели все аспекты, которые связаны с повышением эффективности в реализации своего потенциала в соревновательной деятельности, каким образом необходимо оценивать свои силы в первую очередь, каким образом необходимо анализировать те соревновательные задачи, которые встречаются во время состязаний, как лучше определять способ выполнения тех или иных движений, как формировать стратегию выполнения соревновательных задач с тем, чтобы побеждать, либо просто оптимально выступать на соревнованиях. Соответственно, в течение 3 часов мы рассмотрели теоретические аспекты этой концепции, и затем еще 3 часа потратили на практику, на рассмотрение эффективных способов, наименее энергозатратных способов выполнения движений, которые наиболее часто используются в кроссфите и традиционно наиболее энергоемкие.